Началась долгожданная реконструкция дороги по улице Первомайской. На восстановление этого проблемного городского участка предусмотрено направить 35 миллионов рублей из краевого бюджета. Какие изменения ждут одну из главных въездных дорог сейчас и в перспективе, выяснил наш корреспондент. Улица Первомайская – это лицо Белореченска, фактически главный въезд в город и выход к федеральной трассе Майкоп-Услабинск. По внешнему облику этой улицы у гостей складывается первое впечатление о городе. Из имеющихся на Первомайской дорожных проблем пешеходов, конечно же, в первую очередь волнует собственная безопасность. Проходишь, тут машины едут опасно. Она может завернуть, не увидишь там. Пройти невозможно. Как раз сейчас решением этого вопроса и занялись дорожные службы. Дорогу от стелы по всей протяженности улицы Первомайской планируется фактически отстроить заново. Производство работ на объекте будет осуществляться в два этапа. Июнь-июль 2015 года и май-июнь 2016 года. В состав работ по данному объекту входит благоустройство прилегающих территорий вдоль проезжей части. Это устройство пешеходных тротуаров с применением дорожного бордюра и пешеходного бордюра. Это устройство перильного ограждения по тротуару непосредственно вблизи к проезжей части. Помимо этого, в начале лета планируется благоустройство автокарманов и 5 посадочных площадок с металлическими автопавильонами по всей протяженности улицы. Позаботятся и о людях со слабым зрением. Для них установят тактильные указатели. Затем начнется асфальтирование дороги от стелы до Степной. Полностью реконструкция дороги завершится в июне следующего года. Оставшийся участок закатают в асфальт по более современным технологиям, которые применяются уже во всем Краснодарском крае, что придаст покрытию прочность. Заменят и дорожные знаки, и нанесут светоотражающую разметку. Наталья Колесникова, Артем Кузьмин. События и люди.